10 по 13 декабря у нас выпала практически месячная норма осадков, более 22 сантиметров. На самом деле это очень большое количество снега, и, конечно, у нас разработаны специальные нормативы, чтобы можно было ими руководствоваться при уборке данного снега. Снег с улиц должны убрать в течение 9 дней. С дворовых территорий, исходя из количества выпавших обильности осадков, от недели до 14 дней. Но я думаю, что по управляющим компаниям мой коллега больше расскажет. За эти дни проведена, конечно, очень большая, грандиозная работа. Каждый день у нас выходит порядка 1200 единиц техники, и у нас разработано специальное приложение, в котором каждый из наших горожан может увидеть, сколько конкретной техники, какая техника работает сейчас на улицах города. Это приложение называется «Грейдер», оно доступно в Тюмень наш дом, то есть на наших городских порталах, пабликах, да, буквально вот даже у меня в социальных сетях спокойно я могу предоставить ссылку для того, чтобы там любой горожанин посмотрел. Оно всегда круглосуточно в открытом эфире.